Всем привет! Рад вас вновь видеть на своем канале Салтан Тромбон в Ютубе. Сегодня хочу снять небольшой ролик про то, как я занимаюсь в поездках, в пробках или в дальних поездках на автомобиле из Перми в Новосибирск на дальние расстояния. Я беру с собой просто мундштук. Если я еду уставший, я начинаю засыпать, я беру мундштук. И мое желание уснуть пропадает, потому что начинает работать мозг, много мышц. Мозг насыщается кислородом. Вот. И это, конечно же, полезно в плане того, что это идет поддержание тонуса ваших губ, мышц, также развитие слуховых навыков. Какие упражнения? Во-первых, я хочу поговорить о том, какие у меня есть идеи по поводу постановки мундштука при базинге. Как бы смешно это ни звучало, но есть разница, как мы держим мундштук. Раньше я держал мундштук вот так. То есть я играл. Некоторые я слышал в мастер-классах, как мистер Олеси там, и советуют держать мундштук за кончик. Это лучше, чем держать вот так. Но у меня есть своя выработанная постановка. Вот. Я советую держать мундштук вот так. Почему именно так? То есть только вот этот палец у нас идет внизу, остальные все сверху. Во-первых, это дает сразу удобный угол мне. Как кому как это будет подходить, я не знаю, но я рассказываю свои идеи. Раньше я играл вот так. То есть три сверху, два снизу. Это тоже работает? Дело в чем, когда мы идем наверх, пальцы могут совершать такие движения, что меняет угол мундштука, и это дает возможность брать выше ноты. Потом я сделал вот такую постановку. В принципе, идея та же самая, но просто при переходе в нижний регистр я прикрываю мизинцем, чтобы нижние ноты брались. Вот так. Вот только для этого. Вот едем мы, допустим, в машине. Я включаю радио. И играю. Подойдут любые глиссандо. Я чувствую, что когда я иду вверх, мой мизинец начинает нажимать автоматом, потому что это у меня уже происходит автоматически. Какие еще упражнения? С фурлата. Тоже очень полезно, потому что оно контролирует, чтобы лишний выдох в мундштук еще проще послать много лишнего выдоха, потому что тромбон, он компенсирует это, создает резонанс, и вы чувствуете, что посылаете много дыхания. А в мундштуке оно улетает, и
зачастую мы не замечаем, что дуем больше, чем надо. Поэтому фрулата очень полезна. Также я использую трели. У нас на мундштуке, вот я опять перешел на старую постановку. Ну я, короче, когда мне надо нижний регистр, я переставляю пальцы. Может быть, это не столь важно, но идея того, что мы должны менять угол, должна поддерживаться. И просто, когда я подставляю губам, вот в таком положении, я чувствую, что он сразу прикасается ко всей плоскости губ. Оп! Так, про что я говорил-то? А, трели. При базинге на мундштуке, при глиссандо вверх, есть такой переходный регистр, который как бы перескакивает на фальцет. То есть, как будто она спрыгивает нота. То есть, вы идете, когда наверх, при глиссандо вниз, вы заметите, как она перескочит на одну, с одной на другую ноту. Вот это есть возможность делать трели. Это тоже очень полезное занятие. Она, в принципе, я думаю, что у всех по-разному, с какой-то с другой ноты у кого-то начнет, но все равно при глиссе вниз будет этот эффект. И то, что я управляю углами мундштука во время базинга, дает мне возможность играть достаточно высоко базинг. И также низко. Понятно, что я прикрываю, потому что бас-тромбонисты умеют, некоторые талантливые ребята. И без этого, ну, у меня пока не получается, но я занимаюсь. Также, когда вы идете на глиссандо вверх, всегда легче сыграть верхнюю ноту просто на глисс и обратно, чем прийти и сыграть на ней артикуляцию. Чаще всего, если нота достаточно высокая, она сползет на приличный интервал. То есть артикуляция мешает. Но надо с этим бороться, и это как раз решается за счет угла и контроля выдоха, чтобы много не дуть в верхнем регистре. Вот если я захочу на эту ноту сыграть та-та-та-та-та, достаточно сложно, ну и даже значительно более низкие ноты. Чтобы ее держать в той тональности, куда я пришел, приходится делать дополнительные усилия. Если поиграть с углом, ну, в общем, это основное мое занятие, когда я еду в машине. Вот это вот эти трели, глиссандо,
приходящую в определенную ноту. Я начинаю глиссандо с фурлата. И так далее, наверх. Ну что еще рассказать? Любые занятия на муштуке или просто базинг, они в любом случае принесут свой результат. Я думаю, хуже от этого точно не будет. Поэтому занимайтесь. Очень полезно, когда у вас есть много времени. В метро, конечно, этим достаточно сложно позаниматься. Но если вы едете на автомобиле, то это реально. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube Салтан Тромбон. Там еще будет много интересных видео. Также у нас группа ВКонтакте «Открытый мир тромбона». Тоже заходите туда, там много интересных бесед, видео, нот и очень много всего для духовиков. До новых встреч! Играйте красиво, легко, свободно, чисто. Пока!